Сегодня мне повезло больше всех. Выставка «Метро Экспо 2019», и у меня есть отличная возможность пообщаться с генеральным директором «Метро России» Джерри Калмис. Здравствуйте, как настроение? Здравствуйте, очень хорошо, великолепное настроение. Я представляю, сколько сегодня вообще желающих с вами пообщаться и задать вам лично вопросы, но у меня есть эти две золотые минуты, я хочу ими воспользоваться. Расскажите, что для вас выставка «Метро Экспо»? Ой, «Метро Экспо» для нас это... Ну, это сам визитная карточка «Метро» для маленького и среднего бизнеса. А, как вы знаете, «Метро» — это ну, мы защищаем и поддерживаем маленький и средний бизнес. А на «Экспо» мы воспользуемся вашими возможностями, чтобы собрать на одна площадка все, которые занимаются бизнесом. Здесь собираются и производители, поставщиков, здесь и регуляторы. А здесь 20 тысяч предпринимателей, и они все собираются, чтобы выучить от друг друга, совершать сделки, выучить самые современные новые тренды и, в принципе, делать их бизнес лучше. Вообще, я хочу сказать, что вы делаете на самом деле очень большое дело, потому что некоторые гости, которые сегодня были у нас здесь, и мы брали у них интервью, сообщили о том, что они пришли к некоторым соглашениям с компанией «Метро». Это очень приятно, и видно, что действительно есть результат, который можно пощупать руками. 9 лет вы это делаете. Каждый год, я так понимаю, что количество посетителей и предпринимателей становится больше. Правильно? Это абсолютно верно, да. Мы это делаем 9 лет, каждый год это нарастает. И я думаю, что это очень важный и показательный счетчик для России, потому что предпринимательство является мотор именно нашей экономики. Факт, что это растет каждый год, и наш основной фокус на два сегмента – это ресторанный бизнес или хорека и трейдер. Но мы здесь тоже начинаем видеть, что много и других маленьких компаний приходят, потому что здесь возможно выучить новые правила, новый закон, как управлять бизнес, как управлять ваши кадры. И стал именно такая ключевая площадка, чтобы делать вашу компанию чуть лучше. Бизнес каждый год меняется, да, и, скажем так, покупатель становится более требовательным. Я уверен, что вы, как лидирующая компания, очень гибки, скажем так, да, и всегда находите кратчайший путь к сердцу потребителя. Что ожидает, какие изменения вообще планируются в ритейле в ближайшее время или, может быть, прогнозируются? Ну, это очень хороший вопрос, потому что мы сейчас находимся на огромный перемен времени. Я сказал бы, даже обвал и disruption. Что мы видим? И один из тем нашей экспо в этом году – это цифровизация, потому что цифровые технологии являются абсолютно ключевой частью нашей жизни на сегодняшний момент. А также, как это меняет ваше расписание ежедневное и как вы смотрите на смартфон, это имеет и более сильное влияние на бизнес. Поэтому здесь я думаю, что наши клиенты, партнеры приходят, чтобы смотреть, что нового, какие инструменты они могут использовать, чтобы улучшить своих бизнесов и действительно делать их бизнес лучше. Я от себя как... скажем так, ваш непосредственный клиент, покупатель и пользователь. Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы делаете большое дело и действительно облегчаете нам жизнь. Спасибо огромное. Это очень приятно иметь клиент. Спасибо. Спасибо. Мы желаем вам успешного бизнеса и надеемся, что в следующем году... Сколько в этом году, кстати, посетителей? 20 тысяч? Мы ожидаем больше, чем... В прошлом году было 23 тысячи, мы ожидаем, что будет больше в этом году. Давайте на следующий год планировать цифру 50 тысяч предпринимателей и посетителей. Мне нравятся ваши амбиции. Я вам искренне желаю удачи, тем более, что у вас для этого абсолютно все есть. Спасибо, Рома. Спасибо.